Марцис, вот на следующей книге обратите внимание вот на такой момент ошибки распознавания. Смотрите, страница 75. «Выслушав их, довольный царь» – это в распознанном тексте. А в верстке получалось, вот, получается вот такая ерунда. Тот дефис в номере стал здесь якобы прямая речь. Хотя это неверно. В оригинале перед выслушав их ничего нет. А я на этом деле спотыкаюсь, потому что когда я ищу файл Tech Problems, он ставит нормально выслушав их, а программа не может найти этот тег, этой разметки, выслушав их, потому что там стоит тире, которого здесь не нужно. То есть, если читать текст, проверять все вот эти моменты перехода, по всем страницам пройтись, это один раз, то тогда таких вещей не будет, и вот таких проблем распознавания тоже не будет. Но и проблем верстки тоже не будет, в основном тексте. Потому что сейчас сколько людей читали, не знаю, сколько людей читало. Эти вещи, это не одно место, еще были, они так и остались. Вот такая нескладушка. И понимаю, что для того, чтобы читать, надо сравнивать два текста. Вот надо сравнивать именно два текста, распознанные и то, что получилось в индизайне. Вот на стыке этих страниц. Вот такая ситуация.